На повторную игру с чебоксарскими ястребами Зареченский «Союз» вышел с намерением взять реванш за нанесенное накануне поражение. Всю первую четверть шла напряженная игра, и наши баскетболисты лидировали в первой десятиминутке 14-12. Но во второй четверти удача отвернулась от зареченцев. После 10 минут ожесточенной борьбы команды ушли на перерыв при счете 30-44 в пользу чебоксарских ястребов. Они индивидуально нас переиграли просто, и все. У них нету ни комбинаций как таковых, которые заканчиваются выходом свободного игрока. Они просто играют в индивидуальный баскетбол один в один. И с защитой против этого баскетбола мы не справились. Провалили вторую четверть, а именно в защите, пропустив 32 очка. Это очень много для нас. Но для нас 20 очков много за четверть, 32. Это катастрофа. Почему это происходит, будем разбираться. Во второй половине проявили характер, сократили там до 6 очков. Не хватило сил физических, так как очередные проблемы там со здоровьем у Сарафанкина и Чичайкин травмирован. В третьей десятиминутке наши баскетболисты начали отыгрывать отставание и сократили разницу в счете до 4 очков. Однако гости не пожелали уступить лидерство, прибавили в нападении и закончили третью четверть с перевесом 8 очков – 57-65. В последней десятиминутке нашим баскетболистам уже не удалось догнать соперников, и финальный свисток зафиксировал на табло победу чебоксарских ястребов со счетом 81-71. Тренерский штаб и игроки отмечают, показывать достойный результат нашему клубу не дают потери, связанные с травмами ведущих игроков. У нас каждый игрок на вес золота. Чичайкин один из лидеров и по игре, и по результативности, который приносит нам каждую игру порядка 15 очков. Конечно, его очень хватает, его скорости и какой-то заряженности на борьбу. Баскетбольный клуб «Союз» продолжает вести борьбу в регулярном чемпионате высшей лиги второго дивизиона. Следующие игры зареченские баскетболисты проведут против команды «Рускон Мордовия». Матчи состоятся уже в ближайшие выходные 30 и 31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». Начало встреч 18 часов. Болеем за наших!